Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Оформить свидетельство о регистрации транспортного средства можно будет через МФЦ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Причем работа тут якобы будет выстроена иначе, нежели в случае получения через центры «Мои документы» водительских удостоверений. Сотрудники полиции будут лично дежурить в МФЦ и проводить осмотр автомобилей. Трасса 101. С 2021 года вступят в силу новые правила прохождения медицинской комиссии перед получением или заменой водительского удостоверения. Об этом сообщает федеральный Минздрав. Ведомство отказалось тестировать граждан на наличие специального маркера, который свидетельствует о хроническом алкоголизме. Однако сдавать кровь и мочу на анализ, получающим новые права, все-таки придется. Это необходимо для выявления заболеваний, при которых управлять автомобилем запрещено. Трасса 101. В середине лета в России значительно, если сравнивать с тем же периодом 2019 года, выросли продажи новых китайских автомобилей. Самым популярным, по данным агентства «Автостат», оказался «Черри Тига 3». Кроссовер стоит сейчас минимум 750 тысяч рублей. На втором месте «Хавейл F7» с начальным ценником почти 1,5 миллиона. Бронза досталась «Джили Атлас», за который сейчас надо выложить минимум 1 240 000 рублей. Трасса 101. Специалисты сервиса «Авито» составили список наиболее популярных цветов легковых автомобилей, продающихся на вторичном рынке. Первую строчку занял черный, ненамного опередив белый. Третье место досталось серебристому цвету. В пятерку лидеров также попали серый и синий. Наименее востребованными оказались коричневый, бежевый и голубой цвета. Трасса 101. А «АвтоВАЗ» просит россиян помочь ему с названием для новых моделей «Лада». Предложение можно оставлять в официальной группе предприятия ВКонтакте до 31 августа. Полет фантазии ограничивается несколькими условиями. Например, название должно ассоциироваться с Россией, сочетаться со словом «Лада», длина слова 2-3 слога, последняя буква «А». Вариантов поступило уже несколько тысяч. Среди них «Водка», «Из ада», «Засада», «Холера», «Метла». На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.